Всем привет, вы на канале Новости Спорта. В этом выпуске тренерские приколы. Тренер Баварии показал болельщикам неприличный жест, а тренера Америки удалили за подножку. Далее подробнее. Тренер мюнхенской Баварии Карло Анчелотти после матча своих подопечных с берлинской Гертой, спускаясь по трибунное помещение, продемонстрировал средний палец фанатам столичной команды. «Да, я сделал этот жест, потому что они в меня плюнули», – парировал Анчелотти. В том матче была ничья 1-1. Подробнее в обзоре Бундеслиги. А известный аргентинский специалист Рикардо Ла Вольпе, ныне возглавляющий мексиканскую Америку, отметился необычной, как для тренера, красной карточкой. Америка на выезде играла с принципиальным соперником Чивас из Гвадалахары. На 76-й минуте гости в меньшинстве уступали команде Чивас 0-1. После этого команда осталась еще и без тренера. Игра была остановлена, однако защитник Чивас Санчес бежал с мячом у боковой линии. Ла Вольпе забрал у него мяч, используя подножку. И тут же, как настоящий футболист, показал арбитру, что играл-то он в мяч. Однако рефери предъявил Ла Вольпе красную карточку, несмотря на все протесты Рикардо. Ла Вольпе сейчас находится на грани увольнения. Сейчас команда его занимает 14 место в чемпионате Мексики. Также рекомендую посмотреть ролик, как шнурки помогли выиграть футбол. Если этот выпуск вам понравился, ставьте класс под ним и подписывайтесь, это бесплатно.